вот если посмотреть в окошко, сейчас есть что ли уже? Вот, вот, вот прям туда, видите, вот сюда. То этого демона можно убить. Он там сидит и бдит. И бздит, потому что знает, что мы его сейчас завалим. Ну, не сейчас. Сейчас я этим обрубком его буду, собственно, весь стрим, все 3 часа и валить, поэтому я... Так, давайте-ка я... Жирный, жирный, жирный. Как поезд, пассажирный. А что, этот кто-то умер, что ли? Я ей напялил в итоге броню Серебряного Рыцаря. Причем без поножей. А броня Серебряного Рыцаря без поножей, она как бы такая... Как это? Ну, как... Как купальник, то есть верх закрыт, а внизу вот такое, значит, белье. Ну, короче, ладно, я извращенец, я знаю. Ну что, поехали от мудох, в смысле это. Ликвидируем. Так, первое правило бойцовского клуба. Первое правило того, кто играет Dark Souls. Поговори со всеми персонажами в храме огня. Если нет перед тобой храма огня, говори со всеми в Арджуле. Ты, например, любил бы физику? Ты был бы отличником. И знал бы все, стал бы великим ученым, а вместо этого ты сидишь и смотришь мой стрим. Такие вот дела. Наконец-то стал тебя на стриме. Да? Я такой неуловимый весь. Спасибо. Ребята, а кто колдун, я или вы? Я у нас по чайнику получил. Так. Ну что ж, я как истинный маг начинаю... Ах ты, козел ты. Да пошел ты нахер! Че-то я, ребят, совсем неосторожно себя веду, извините. Ну, потому что это моя вечная проблема. Я на стриме, я либо играю, либо разговариваю. А молчать на стриме, ну это не камильфо. Так, сейчас тут будет одна гнида, точнее крыса. Ну, в принципе, она и технически крыса, и по характеру крыса. Самая настоящая. Она отраву вешает, и надеюсь, мне сейчас удастся ее с 2 пинков убить. Ой! Я сейчас хотел изящно увернуться, извините. Я, наверное, как бы не хил, сейчас вообще работаю. Точняк. По-моему, даже Бонни-Хилл работает изящнее. Надо было сделать персонажа толстым, как Бонни-Хилл. Хотя, наверное, таким толстым, как Бонни-Хилл, ни одна игра его сделать не позволит, кроме разве что за Sims 3 или 4. Так я и не говорю, что вы должны вторгаться. Блин, какая попка, охренеть. Вот так и буду щеголять, да? Надо еще музыку включить. Ты агрегат, Дуся, ты Дуся. Агрегат. Ладно. Я же маг, я должен быть... ах ты ж, ёп! Хотел сказать, я должен быть смелым. А вот только кто я, ребят, после этого? Идиот! Это Dark Souls. Тут нет места смелости. Тут есть место расчетливости. О, еще одни труселя. Вот, а вы говорите, что он бронелифчик. Объективация женщин. Так это же чисто мужская объективация. Это же объективация мужчин в компьютерных играх. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, надо было женщину брать. Точно стриптизер. Можете наиграть музыку. Та-да-да-и-на-на. Ладно. Не затем сюда мы шли. Не для того мы в Лордран на вороне летели, йоу. Во-первых, тут один педрило притаился. Он меня всегда бесит. Потому что мне всегда задницу в мою, эту вот мою прекрасную задницу нашпиговывает арбалетными болтами. Так. Теперь можно уже и в домик. Раз я купил ключ, значит, я теперь тут официально живу. Так что, ребят, заходите в гости вот сюда. Вот. А спать буду вот на печи, как русский Иван. Собственно, опять щельм. На черного я пока нападать не буду, а то вдруг меня засудят, потому что он черный. Пудум-пс, это была шутка, можно смеяться. Ах ты, гнида ты, паскуда. Ребят, как думаете, успею, не успею? И мне, в принципе, этот меч из ее жопы, из ее, вернее... Хвоста как бы и не нужен, я не воин. Ну, ай! Погнали. О, жопа! О, ты ж... О, хорошо. А звуки, наверное, издают такие, как будто только что сходил в туалет, да, извините. Слышите, по-моему, просто она заглючила. Она, наверное, тоже удивлена, что 1300 человек смотрит. Если я правильно помню... Да сдохни ты, гнида, в чем проблема твоя, а? Но если ролик собирает так много просмотров, то этого дела... Не понял. Это сейчас что было? Ты должна меня ждать во второй части!
Крыса тыловая! Животное! Сам придумал. Ну давай, мужик. Мужик. Нида. Алкаш! Пошел нахер. Козёль. Нажми на левый shift и будешь целиться. Ребят, я играю с джойстика. Blackbeard, черная борода. Yeah! Здесь поклон. Это не поклон, но я показываю на луже крови, мол, сейчас он будет там лицом. Ага, да. Зацените, у него уже парма. Фальшиво. Давайте просто поскорее умрем, да? Что, что, что ты имеешь против голого бомжа? Гениально. А с другой стороны, сам просил, сам получай. На! И ты не уклонишься! Хадукин! Смотри-ка, он и правда не уклонился. Но это вообще нечестно. Так, нет, никакие, ребят, запомните, никакие абсолютно вещи не берите. А-а-а, расстрельная команда! КПСС! Ну, что это такое, ребят? Все, давайте, пусть меня застрелят. Он просто не хочет драться, он не хочет меня добивать. Давай, мужик, добей меня. Ты уникален и крут. Скажи, пожалуйста, как относишься к вселенной раме в 40к? Ёб твою! Какая серия, я прослушал вопрос, извини. Ой, кабаняра. Что, убивать друг друга нельзя, что это грех. Но это же мы-то этим занимаемся. Ах ты! Крыса, ты тыловая! Я забыл про эту педрилу. Говнюк. Ай, ай, ладно, все равно надо было сдохнуть, так или иначе. В тему книг по Вархаммер. Тебе, как любителю колдовства, следует попробовать книгу «Ариман изгнанник». Не буду я пробовать книгу. Я не ем книги. А если ты дошел до дуэльного клуба, то вообще тебе будет хоть жопой жить. Как же хочется сейчас в ДС поиграть. Должен держаться. Благодарствую, но ты считаешь, что уже играешь со мной. Считаешь, что вот этот вот мужичок, вот этот вот, со сладкой жопкой, это ты. Так, а куда, в принципе, я должен дальше идти? Я не помню. А, в город. В город. Знаете что, в жопу этот город. Мне он вообще не нравится. Лес мне нравится больше. Там эти лягушки, которые делают так. Наверное, сейчас неправильно их изобразил, но они такие, знаете, веселые. Я ж когда звуковые файлы вытаскивал, я их все слушал, блин. Я их себе даже сохранил. Целую библиотеку хитрём, батон. Короче, почему я веду? Короче, давайте сначала сходим в лес и заполучим уголь. А сначала мы сделаем перекур. Слушайте, ребята, я сейчас подумал, а лунная бабочка, это, конечно, замечательно, но, по-моему, Рикер кует магической. Он же волшебник-кузнец, блин. Лоровет хренов. И никто мне не... Да ты что творишь, скотина? Кусок дерева, блин. Так, стоп, если... Если Рикерт кузнец, волшебник, то наверняка волшебство закаливает, то он. А на кой хер я тогда в лес попёрся? Пошел в жопу этот лес, честно. И кусты тут идиотские вот эти. Понасажали всякого говна. Видимо, спокойно пройти нельзя. Чё там написано-то хоть мне? Просто вот любопытно. Типа там, лес впереди. Ох ты ж, хер ты моржовый. You goddamn right. У Рикерта сразу можно точить магию, да? Вот, собственно, я это и спрашивал. Давайте тогда сейчас попробую сбегать, немножечко хотя бы проточить. А я все души потратил, херам. Как этот, был такой мудрец, Амарк Хуям. Вот я к нему, как говорится. Ну ладно, не зря все-таки я меч-то заточил. Даже не думай. Господи, как же тут медленно ножички летят. Ах ты, ах ты ж, ёп. Вот это я увернулся, вот это. Вот это стиль бы нехило, я понимаю. Традиционно это как? Традиционно это так, что без извращений, типа, там, закидать его через туманную стену. Зачем это надо? Это неуважение к капродемону. С другой стороны, я его и так не уважаю, нахер он мне ног придует. Но все равно. Не для того его Миядзаки лично рисовал. Как если что, я так шучу. Я понять не имею, лично он нарисовал, но лично. Ах, ты ж крыс, ты тыловая. Ну... В принципе, то, что собаки это мерзкие существа в Dark Souls, это понятно. А чё, собственно, я мелочусь-то? У меня же есть щит нормальный. Рыцарский. Ах, не то, не то, не то, не то, не та ячейка. Блэд, довольный. Ты где?
Все. Крыса. Крыса. Все. О, кольцо. Нихера себе, 20 тысяч. Да ты ёб... Добрый ты человек, пошел ты нахер. Я не хочу я про Логана слушать. Я его лично встречал. В общем, так как я сейчас грохнулся, я грохнуться не должен был, потому что там надо было проехать по краю, а я поехал посередине, да? Как у нас в детстве шутили, кто посерединке, у того кое-что на резинке. Вот. Высокоинтеллектуальный юмор, я знаю. Это... Блин, я подумал, что это уже Кирк. Да, это первый Дарк. Да, на ПК играю. У меня нет Дарков на консолях. Да и как бы зачем? Если кто не знает... Я пошел. Так. Во-первых, эти Василиски меня бесят. Во-вторых, моя кошка просится, чтобы я ее выпустил. Извините, если я не выпущу, она так и будет орать. Ох ты ж мать твою! Нет! Ёп! Потрясающе! Когда вы про... Я еще и проклят! Ёб твою налево! Я совсем забыл про эту механику. Спасибо, ребят. В конце концов, когда ты бомж, у тебя есть какая-то такая свобода, тебе нечего терять. Давайте по-быстрому попробуем пробежать, заодно и посмотрим, кто за нами последует, а кто нет. Может, это вам потом понадобится. Это такая... Вон, методика спидранера. Это крыса. Ну, в принципе, она логично, она реально крыса. Я имел в виду в плохом смысле крыса. Правда, они выглядят так, что она в любом смысле крыса. Так, не преследовать. Не преследовать. Крыса. Игра отвал башки. Согласен, есть такое. Шаг влево, шаг вправо, и твоя башка отвалилась и валяется на полу отрубленная. Или тебя сожрали, или ты куда-нибудь упал. Либо, по-моему, у него же как раз-таки, сука, купить спамит, мразь, спамит. Купить у него этот камень очищения. Ну или, разумеется, можно его найти. О, как замечательно. Появился! Мерда. Да что ты... А вы говорите, блин, Арнштейна смог. Крыса? Крыса, вот. В чем сила-то? В чем сила, брат? Сила в крысах. Вот в этих вот мерзких, поганых, клятых крысах. И в ящиках, в которых прячется крыса. Вот наверняка здесь прячется крыса. Нет? Даже странно. Так, по-моему, здесь должен вторгаться Кирк. А, нет, здесь вместо этого крыса. Я думаю, что это замена... Это, так сказать... Замена Кирку вполне достойная. Да, вот что значит давно не проходить Dark Souls 1. Ну да ладно, не херныть. На самом-то деле все очень даже неплохо. Ушел в глубину норм парень, вернулся Либрариум. Сурово. Ай, жопа. Извините. Не жопа, а то, что обычно из нее выходит. Ну, согласитесь, очень похоже. В принципе, их убивать не обязательно. По-моему, если память не изменяет, здесь я не уверен. По-моему, из них выпадает этот зеленый титанит. Зеленый титанит. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Кажется, с ним надо поговорить, чтобы он... Ага, нет, все. Чтобы он потом пошел в этот храм огня. Причем не как нормальный человек на лужайку к остальным, а в самую, блин, жопу, до которой еще допрыгнуть надо. Мне показалось, кто-то бродит. Ну, скорее всего, это надо мной. Надо мною небеса. Кеды полные песка. Так. Да, кстати, вот тут тоже шорткат, так сказать. Можно будет потом, собственно, сюда и сигануть, и не уеживаться, да? Так и сделаем. Только я, правда, не помню, куда оно ведет. Конкретно куда. Помню только концептуально куда. Вниз. Мужики, вы чего? Вот, казалось бы, слабые, на вид хилые, медленные, но как начнут размахивать своими елдаками железными, так все. Хоть стой, хоть падай. Можно попробовать поставить знак рядом с Капрой и помочь человеку убить его и получить за эту душу и на эти души купить камень. Но это слишком сложно. Эй, мужик, ты куда?
лох. Да, вот. Япономама. Вот от деревни Обдираловка. Ё-моё. О, господи, боже мой. Ребят, нет, ну вы видели, а? Ну вот, короче, пока я жду призыва, я почитаю чат. Да... Это просто пиздец какой-то. Нет, ты посмотри на это, а. Сейчас я весело проебу все души. Знаете что, ребят, кажется... Ой, блядь. Что ж это за пиздец-то творится? Кажется, пора этот щит вообще убрать. Он меня только загружает. Принц Лотрик и Фрея, любимая герцога, лучшая красавица Дарк. Да. Между прочим, принц Лотрик настолько похож на женщину, что его даже озвучивал тот же актер, что и Гвиндолина. Пдумпс. Знаете, я кажется, разгадал загадку, я орк. Я долбанный орк из Вархаммер. У меня все через жопу, и мне нужно просто-напросто покрасить интернет-кабель в красный цвет, чтобы перестало лагать. Потому что вот у меня даже рубрика «Танцы с бубном». То есть не как там другие называют, техногик, там что-то такое. Нет, «Танцы с бубном». Потому что как иначе я могу хоть что-то вообще здесь наладить? Ну ладно, ребят, давайте уже продолжать играть. Со слизняков чумном по 5 падает. Ну вот, значит, в чумном его и раздобудем. Сейчас не буду бежать чисто фармить. Это будет, наверное, скучновато для вас. А я думаю, я и без этого... как-нибудь уж управлюсь, маг я в конце концов, или кто, железяка мне на что? Она мне для красоты, чтобы другие боялись, те маглы, которые не понимают, что магия это круче всяких железяк, да? Поэтому возвращаюсь. Сейчас я бегу в храм огня. Зачем я пошел тут, спрашивается? Я заговорился, я уже много раз это говорил, еще раз повторю, что я либо играю, либо разговариваю. Совмещать мне получается, откровенно говоря, плохо, поэтому извините, я буду тупить, нубить и... играть так, как не играю, в принципе, сам для себя, то есть буду нуб-нубом. Не скажу, что я прям в одиночку прям всех тут нагибаю, нет, когда как, конечно, но и опять же настолько вот тупо в стенки и головой не утыкаясь по полчаса, так что просто знаете это как факт, примите, вернее, как факт. Продвигаюсь я, как видите, очень медленно, кратчево, вдумчиво, а все почему? А все потому, что я уже к этому моменту, на самом деле, заблудился, извините. Здравствуйте. Извините, что тревожу ваш покой, нехер тут вообще стоять. Вот. Так, все правильно, я правильно иду, вышел к нужному месту. А, давайте как это, как мой друг любит шутить в таких случаях, мол, это в стиле Эйс Мьягл, да? Проходить Dark Souls, то есть... Вот, например, вот тут. Айн. Свай. Просто любопытно стало. Слышал ли ты про игру Undertale? Рай. Undertale? Слышал. Я ж не глухой. Очередная моя божественная шутка. Так. Сейчас надо их обмануть. И как-нибудь перебраться на ту сторону моста. Ну и бог с ним, подумал Штирлиц. Я просто не знаю, сейчас он, так сказать, в ходу, не в ходу. Я помню, что он в тюрьме, кажется, был. Я внимание. Не знаю, может он сейчас тут... Шутка в студию. Полы спрашивает Полова. Полы, какова твоя профессия? Ты вен, не ейт. Отвечает Полы. Я маак. Ха. 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 Отличная шутка, сэр. Я занесу ее в список золотых шуток этого стрима. Собственно говоря, пока это единственная божественная шутка. Так, этот 7-й, да? Я правильно посчитал? 7 друзей Оушена. 7 скелетов Пинвилла, вот. Хорошо, что их не 11, честное слово. Падение впереди. Ну, хотя бы написал, куда падение. Нет, ну я понимаю, что тут не напишешь, но все равно. Типа там тяжелый враг впереди, или там жопная боль впереди. Хотя, в принципе, это синонимы в данном случае. А, да-да-да-да-да. Здесь титанитовый демон и этот, кажется, лыцарь еще, да? Черный. В смысле, афроамериканский рыцарь. Извините, пожалуйста, ребят, не баньте меня. Как это в Твиче говорят, я осуждаю это. Так, а ты чё, особое приглашение ждешь? Вот. Ай! Это кто? А откуда? Ты чё тут надо? Надо у меня дома, мент! Так, он у нас тупой, да, я забыл. О, кто у нас тупой? Я у нас тупой, ребят. Я поздновато вспомнил, что у него чувствительность
звуковым приманкам. Что там с них? Может, что-то полезное упало? Типа фальшион, у меня же их нет. И что это такое? Где кнопка? Что это за футбол садомитский? Понятно. Опять какая-то хренота творится. Дэнксенс. А, подождите. Что это? Понятно. И что, стоило на того гоняться за ним? Мяч, блин, футбольный. Так, дайте-ка я посмотрю еще раз показатели. Что показывают показатели? Показатели показывают фак. Но в том смысле, что пока все хорошо. Пока. Неприятный, поэтому я... Так, тихо. Сейчас на секунду услышал свой голос. Какой же он странный, я прям даже не знаю. Ну это сейчас было обидно. Ладно, давайте я классически обманул просто. За такое надругательство над моей головой. Так, как его правильно заманивать? Вот сюда его, да? Вот так вот встаешь. Можно его немножечко подразнить. Мол, слышь. Кусок недоразумения. Что ты орешь? Я вот не помню, они... возрождается или нет, но летать они точно не умеют, так что это нам на руку. А, стиль прохождения... извините. Стиль прохождения называется мышь. С тремя «ы». Мышь. То есть пара-тройка попаданий, и ты отравлен. К счастью, те, кто ими стреляет... Видите, урон токсином полностью блокируется, и урон ядом, по-моему, тоже. Насчет яда не уверен, но вот насчет токсина сами видите, да? То есть, вот, смотрите. Опа, да? О, показал, называется. Ладно. Как говорится, сам себе злобный Буратино. Конечно, кольцо злого глаза сейчас замечательно работает. Позже мне придется его снять, потому что я направлюсь в говно. Ну, то бишь, в трясину. А в трясине без кольца ржавого перемещаться невозможно. То есть, возможно, конечно. Но раз уж я его специально взял и ради этого на мне... посидел жопой демон-прибежищ несколько раз, этот блуждающий, да? Хотя он вообще не блуждающий, он заблудившийся на самом деле в оригинале. Вот. Ну, короче, не просто ж так я настрадался, как последний Нострадамус, да? Так что надо будет этим воспользоваться. Меч из хвоста Виверна почему не возьмешь? Зачем он мне нужен? Ребят, я маг. Возможно, до сих пор еще не поняли из названия стрима, из того, что я как бы тут с волшебством бегаю, но я волшебник. Мне не нужны мечи на силу, на ловкость, на силу и ловкость, на веру. Я кольдун. Маг стихии говна, как говорит мой друг. Ну, вы знаете, вот эти каловые элементали, там, бросок какашки, мои любимые заклинания. Ну, благо, всегда есть возможность переключить YouTube и включить какой-нибудь... Курва! Не жуткий и не унылый. Господи, кто ж так строит-то? Равшан и Джумшут? Наверное, из местных. Такие же придурки. Надо было мне сюда не идти. Об этом я уже говорил. Но это теория. Ее можно оспорить, в принципе, как и очень много. А! Так, и что это такое? Слушай, мужик, ты совсем что ли охренел? В очередь, сукины дети. Эх, а там же сейчас этот хер. На. Кавабанга. Вот что называется Акуна Матата, да? Кстати, я их раньше принимал за буратин. Как выяснилось, нет, это не буратины, просто у них специфическая униформа, они в какие-то пеньки идиотские наряжены. Давайте-ка фасон сменим. Ненавижу этих комаров, ребят. Они, как и положено комарам из реального мира, проникают через те щели, через которые, казалось бы, проникнуть ну, просто невозможно. Вот куда вот он сейчас смылся? Под текстурку скотина. Так что в чумном городе на секунду даже задерживаться нельзя. Но я решил сменить фасон, и ничто меня не остановит. Ничто. Ладно, давайте не буду выпендриваться, а просто заклинаниями же ее забью.
К счастью, NPC не особо-то умеют уворачиваться от заклинаний. Они умеют парироваться ее щитом. Точнее, не парировать, а прикрываться щитом. Но щит 100% от магии, конечно, не защищает. А прям в чайник. Какая попка. Ладно. Опа. Опа. Ребята. Сука. Крыса. Гнида. Вы понимаете, что вы сейчас стали свидетелем уникального события? Эти существа имеют крайне низкий шанс появления, то есть не все о них в принципе знают. Я о них рассказывал мельком, даже скриншота нормального в сети в принципе не существует. А вы сейчас... Ребят, те, кто попал на сегодня на стрим, те просто победители по жизни, но в хорошем смысле слова. То есть вы теперь можете просто прийти, не знаю, на канал к мистеру Кэту и сказать: вот ты, блин, клоун, а мы видели реально уникальное создание. Ну ладно, это я так просто глупо шучу, но по факту, шутки шутками, но это реально было уникальное создание. То есть шанс его появления, причем их 4 типа, шанс его появления там то ли 12%, то ли вообще 1/12%, и как-то так. В общем, там очень должно повести, чтобы его увидеть. Давайте смотреть заставку. Вот, забил колокол, забил тут, забил там. Звон стоит такой, что слышно даже в крепости Сен. У великанов заболела голова, они с похмелуги встают и дергают за цепь в надежде, что боль пройдет, потому что они ж тупые. Хотя, возможно, они знают, что тот, кто звенит, сейчас придет сюда, и они просто хотят мне отомстить за то, что я их разбудил. В смысле, у меня нет яиц? Слушайте, я как-то стесняюсь сейчас демонстрировать все-таки правила Ютуба. Зато у тебя, я смотрю, яиц слишком много. Ты бы хоть, не знаю, помылся. Что было бы, если бы Вендрик поверил дымному, прогнал бы на Шандру. Но события пошли бы по-другому. Ребят, откуда же я знаю, что там было бы? Если бы у бабушки был мужской половой орган, она была бы дедушкой. А это, согласитесь, концептуально уже совсем иная форма существования, правильно? Я не знаю. Надо у Миядзаки спросить. Прикиньте, вы завалились к нему ночью и так: слышь, Миядзаки, а что было бы, если бы Вендрик, короче, поверил бы дымному и выгнал бы на Шандру? А он такой: бля, как там по-японски будет, бля, ксо? Да? И, короче, вызывает стражу, там выходит самурай, и тебя просто рубит к херам собачьим, потому что нехер врываться людям в дома ночью, еще в Японии. Влияние Мэдда. На кого влияние? На меня, что ли? Не знаю, я с Мэдисоном по очень многим позициям не согласен совершенно. А если наша позиция где-то совпадает, получается, что... Ну да, в принципе, мне то же самое про Пучкова говорят, что когда вот выходит так, что моя позиция с его позицией совпадает, мне говорят, что вот, типа, там от Пучкова понахватался, и вообще ты его копируешь. Ну, конечно, ребят. Те, кто живут в среде посредственности и сами являются посредственностью, они считают и всех остальных посредственностью, не способны что-то свое производить и не способны быть уникальными. Поэтому они сами всех копируют и считают, что другие тоже всех пытаются копировать и подражать. В первую очередь, конечно же, им. Только они в этом, вернее, никогда не признаются. Ну ладно. Ребят, хватит философствовать. Хотя, блин, да что ж такие просадки-то дикие. Смотрите, 30 FPS. Что происходит вообще? Ребят, нет, ну это... Не, ну это просто... Это просто что-то невообразимое. Я как будто в слоумо играю. Что это такое? Что за бред? Ну, традиционно, я хотел при начале сказать: давайте помолимся Амнисии. Но... Видите, не сказал, и поэтому, походу, Амнисия меня теперь не любит. Давайте-ка я прыгну куда-нибудь, не знаю, в храм огня, а то просто это слово уже бесит. Чувствую, сейчас придется вообще... А куда перенесусь-то? Я ж не могу никуда переноситься. Мне, ребят, извините, походу придется комп перезапускать. Простите, подождите еще буквально 5 минут, это ненадолго. То есть можно, да, можно здесь вот спуститься по лесенке, а можно как... пробежать и перепрыгнуть и собрать лут. А, да, вот здесь, кстати, это мерзкое место, что здесь потом можно и не запрыгнуть даже, в общем-то, вот видите. И в ремастере, заметьте, это не исправили. То есть вот, опять же, миллион багов. Вот видите? Вот
Сдохнуть Dark Souls из-за глупости — это одно, это же Dark Souls. Сдохнуть Dark Souls из-за бага, извини, это уже здесь нечем гордиться. Ну, то есть все, я сюда проникнуть уже не могу. И это бред. Потому что это надо сверху там пропрыгать по лианам этим, да? Не лианы, а ветки. По веткам. При этом, конечно же, не промахнувшись и не набернувшись тут с высоты. Это вообще обычное дело. Тогда и в полость попадете, и, скорее всего, и... Блядь. Ой, вот так вот и живем, да. Ёп! А, не, смотри. Пиши на весь экран, что это ремастер. Я тебя уверяю, даже в этом случае они будут спрашивать, ремастер это или нет. И это не будет приколом. Они всерьез будут спрашивать, ремастер это или нет. Потому что люди... На блюде. Ну, серьезно, вот... Как сказать-то... Не хочется никого обижать, да? О. Так. Так. Давайте попробуем это взять. Но, с другой стороны, откуда же они все-таки... Откуда-то они же все-таки берутся массово, которые приходят и задают глупые вопросы. И ладно бы глупые. Глупые я тоже задаю, но тупые. Причем, очевидно, тупые... Вопросы, ответы на которые также очевидны. Не здесь. Вот. И поймите, что для блогера многие комментаторы, они обезличены. Как, собственно, и блогеры для комментаторов тоже обезличены. Вы нас не считаете за людей, потому что мы для вас развлечение. Мы вас не считаем за людей. Вы для нас просто как такой коллективный разум, просто потому что вас слишком много. Поэтому, когда 500 человек спросят, а что это, блин, за ремастер, ты уже автоматически начинаешь злиться на всех. Не потому, что ты такой плохой и зазнался, а потому что, ну, это... Психика пытается защитить себя от этого маразма. Ребят, где этот обрыв-то? Так, значит, получается, вот здесь... Ага, ага, все, все, нашел, наконец-то. 10 кругов уже нарезал. Так, так, надо вот сюда. Шмяк. Зашибись. Кстати, тут не стесняйтесь использовать белый титанит. Ну, мне нахер не нужен, но, впрочем, почему бы и нет. Здесь в АХП не стесняйтесь использовать заклинание медленное падение. Нет, медленное падение, это вообще моровинт. Заклинание на мягкое падение, мягкое приземление, как это... Шмяк! Грибочки. Так вот, маленький-то ладно, но когда я встретился с большим грибом, и когда у меня с одного удара она просто вот просто нокаутировал нахер, это было весело. Вот это было по-православному, так сказать. Кстати, вот он. Хорошо, грибы хоть бегать не умеют. Большие, в смысле. Они медлительны, и в этом преимущество. В отличие от мелких. Поэтому лучше сразу сначала избавиться от мелких. Не вздумайте их недооценивать. Два гриба и тебе трында. И, кстати, к наркомании сейчас никакого отношения не имеет. С другой стороны, глядя на то, как я сражаюсь с грибами внутри полого дерева гигантского, вот, если кому вот так вот сказать, и сказать, что к этому причастны грибы, да, то он явно подумает не про компьютерную игру. Паттерностер. Да, кстати, здесь, наверное, стоило бы взять шит. Гидра, кстати, летающая, если что. Она не лернейская, у нее крылья, она потомок драконов. Эй, сучка! У меня банально заканчивается эстус, сейчас я его обновлю и вернусь. Снимай одежду и беги. Да, кстати, действительно, давайте-ка снова покосплоим стриптизера. Да. Смотрите, какой, как, какой я мускулистый. Прям как в жизни. Шутка. Шутка. В жизни я... Вот знаете, я сейчас в Original Sin 2 играю за скелета. Вот, если с него мантию снять, вот это вот я в жизни. Короче, надо от этого всего уворачиваться и как-то стараться целиться буквально наугад. Вот магу тут приходится сложно. Вот лучник какой-нибудь, дрючник. Ах ты ж, ёб твою мать! Я такого за ней не помню. Извините, пожалуйста, за мат.
Ну ладно. Ну-ка, хватит мне выносливости. Давай, давай, мразь. Давай. Ебать! Ай, боже, давай. Как надоело вот это вот. Ну, конечно, чем меньше голов, тем проще ее убить. Хотя вот здесь, конечно, уже... Блин, хотел сказать, попроще, ага. Кстати, ребят, не зазнавайтесь, вы сейчас можете легко очень утонуть. Когда она делает кусь, мне кажется, она ближе подходит. Тут, кстати, ребят, резкий обрыв. Тут нету никакого мелководья. Блин. Как вот ее убивать? Можно, конечно, попытаться мечом. Ага. Чувствую, мне сейчас придется убегать резко. Трепеща. Надо что ли там, не знаю, разжечь. Костерчик, блять, немножко, что ли. Понятно. Да давай, что ли ты. Ну, хоть так попал, спасибо. Вот в этом тоже есть момент с кривизной игры. Я бы... Понятно, все, ребят, я проваливаю отсюда. Что ты, ёперный балет, бред какой-то. Игра века, блин, игра тысячелетия. Кому это может быть интересно? Вот, ну то есть, ну серьезно. Ну это же просто маразм, ребят. Ну, смотрите, я просто трачу время. То есть, дело не в том, что босс сложный. Дело не в том, что его сложно убить. Дело в том, что... Господи. Тебе не хватает навыков, он не перехитряет тебя. Дело в том, что ты просто попасть по нему не можешь. Не потому, что он супер ловкий. А потому, что у кого-то руки супер кривые. Не у меня, в смысле, а у тех, кто это вот программировал все. Привет. Здорово. А ты ж смотри, я даже так умудрился промазать. Господи, ну какая же это... Какая же это хрень. И, кстати... Такой босс ведь есть на этом озере темных корней. Но там хотя бы можно дострелить до тела гидры, а тут... А тут, походу, нельзя. Ёб твою мать. Ну, ё-моё, ребят, это просто маразм. Я не знаю, я сейчас просто плюну и уйду. Давай, что ли ты, попади хоть куда-нибудь. Ну что это такое? Вот вы видели, сквозь голову уже прошла. Что это вообще было такое? Да, блин, лучше бы это был реально сложный босс какой-то. Лучше бы она, не знаю, там летала по всему этому. А, била там тебя хвостом, заманила бы... Бля, пиздец какой-то, сука. Это не босс, это говна кусок. Где надпись «Вы погибли»? Вот. Ой-ой-ой. Бери меч. Да мой меч, он... Вы видели, я мечом бил вообще никакого... О, бля, красавец. Ну и перст. Давайте по старинке вот так сделаем. Да. Вот смотрите, когда голов много, можно прям смело брать большую тяжелую стрелу и палить наугад. Обязательно куда-нибудь попадешь. Мяк. Потому что хитбокс у головы, ну, не самый. Ёб твою мать. Не самый правильный. А давайте проверим вот здесь. Нормально мне? Укроет ли меня здесь? Понятно. Укрыл прямо. Как покрывало. Блин, я планировал быстро все сделать. Да какого ж ты повернулся-то, ёб тебя налево? Угу. Так, вроде пока живем. Уклоняться лучше, на всякий случай. Да, вот это да! Вот это сейчас было классно. Бред просто, ёб твою мать.
Кстати, еще именно и поэтому и рождается вывод о том, что Dark Souls дико сложная игра. Она местами дико кривая, вот в чем проблема. Это сейчас, блядь, что было? Попробуйте мне сейчас только сказать, что... Она какую-то новую атаку придумала. Но... Твою мать, да вы что, смеетесь? Ай, как дела? Как сажа бела? Посмотри на мою рожу. Смотри, посмотри. Скажи мне, как у меня дела? Я к чему это веду? Не к тому, что вы там плохие, что-то такое. Нет, безусловно. Просто кинуть клич, и когда типа я хочу, вы хотите, вы не представляете, что это такое. Это тяжелая работа, ребят. Это очень тяжелая работа. Тем более со мной, потому что я... Ёбаный урод! Я прошляпил грипп и поплатился за это. Извините. Потому что я, ну, я к себе высокие требования предъявляю, и, соответственно, к другим тоже высокие требования предъявляю. О, жир-трест. Жирный, как поезд пассажирный. Вот, и поэтому, абы как озвучивать, я вам не разрешу. Я буду требователен. И проект этот долгий, он может растянуться вполне на год. Если я скажу, что вот, ребят, мне сейчас хоть усрить, мне вот нужны запись ваших голосов, и качественно при этом. Вот. И у меня не будет никаких рычагов давления на вас. То есть я не могу сказать так, знаешь что, мне пофиг там, лень тебе, не лень там, вписка у тебя, не вписка там, да. Ты согласился, давай иди. Так как я вам не плачу, вы мне можете вполне сказать, да пошел ты нахер. Вот. И я ничего сделать просто не смогу. Не такой уж и мощный, поэтому я им стараюсь не пользоваться. Ну что, ребят, поем песенку все выше и выше и выше. Давай. Давай. Ах ты ж ни хрена, я уже хотел посмеяться над ним. И далее, да? И далее что творится, ребят? Но все равно старые песни постепенно уходят в прошлое. Ну, в принципе, это нормальное явление. До конца они никогда не сгинут. Вот это ты место нашел, чтобы сдохнуть, мужик. За лицо как схватился. А, и это он за голову схватился, типа, ёб ты. Да, примерно с такой вот, с таким вот восклицанием. Ну, в принципе, с таким же восклицанием я тут тоже ходил. И ты жоп с ручкой, ничего не видно. Так, еще хуже. Да, понятно. Нихера непонятно. Так, так, это, наверное, сюда. Ай, нет, нихера. Что, ребят, попробуем. Ай, неприятность. Ариандель не отец, а мир. Блин, мужик, ты еще лох, что ли? Лор не знаешь, да? Ариандель — это как Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. Это и мир, и художник мира. То есть... А как я там, он вот... Наверное, просто увидал ящерку и как-то вот... Да. Ну и что это такое? Ой. Понятно. Давайте-ка я вот так сделаю. Вниз иди, борец. Зачем мне вниз? Прыгай на соседнюю ветку. Кстати, да, я думал. Просто не уверен, что переживу. А куда я там особо прыгну-то? Давайте попробуем вот на эту. Ебать! Ну да, спасибо, ребята, за совет огромный. Ладно. Убегу, лечу, утоплюсь. Но на тебе никогда... Ах, твои крысы тыловые. Еще и уклоняйтесь. Ну и хер с вами. Все равно ведь убегу. Ах ты... Блин, да сколько ж вас тут жирует? Ё-моё! Всё, мужик. Развелось тут, блин. Да ты ж ту скотина-то неграмотная. Чё ж так прям вот не терпит тебе подохнуть-то, баран тупороги. О чем бы еще вам таком рассказать? О! Здравствуй, пятно. Ой, господи, ёб твою мать. Чё делать?
Как думаете, вот туда допрыгну? Угу. Блять, ебись ты в три прогиба, а? Это просто пиздец какой-то термоядерный. Сука. Кривая игра. Вот честно, кривая. Вот в этих моментах она дико кривая. Вы меня, помните, спросили в прошлый раз рассказать о ее минусах. Вот, ребят, демонстрирую вам один из минусов. Вот это вот момент дико кривой. Просто вот пиздец какой кривой, извините. Поэтому в жопу эту тяжелую говно вот это вот, да, я вот так вот сделаю. И то не факт, что спасет. Так. А, да. Пока склероз еще не взял меня за яйца, да, давайте я уже вот так вот. Главное, чтобы мне сейчас опять, чтобы у меня сейчас опять получилось забраться. Вот тут, кстати, вот могли бы ввести, например, такое гениальное, ну, это просто выпендрюсь, потому что, ну, могли бы додуматься ввести быстрый подъем, например, по лестнице. Так, как я стоял? Вот так? Нет, я одной рукой при этом бил. Я пытался достать до... При этом на мне был скастован вот этот вот замечательный башмак. Видите, ребят? Видите, да? Ремастер, сука. Ремастер. Я уже ненавижу это место. Ребят, вот ваша там развилка, тут развилка. Вы у себя в голове это представляете, вы все понимаете. Я ваша, я вас нихера не понимаю. Так что даже не пытайтесь, наверное, не надо. Так еще больше запутайте, все. А, обождите. Что там сейчас что-то сверкнуло? Там сейчас что-то сверкнуло. Это просто у меня уже маразм. Не исключено. А, нет, смотрите, вот она. Если я сейчас промажу, я кого-нибудь убью. Ах ты ж, ёб твою мать! Жопу, все, пизду, извините, ну нахер, задолбался я. Ой. Все, хватит с меня, хватит. Наверняка это ком дерьмо ненужное, хотя все мы знаем, что по закону подлости наверняка это самая нужная вещь в этой игре. Пиздец, вот лучше бы они сделали нормальный, блин, этот... Коллизии нормально сделали. Чтобы не соскальзывать с маленькой веточки, просто потому что непонятно, где она заканчивается. Или хотя бы просто пройти к костру, сука. Ну что это такое, ёкарный бабай? Ох, у меня и бомбит. Как же меня бомбит-то, ё-моё. Ребята, у меня... Ну, то есть, вы понимаете, то есть, когда босс сложный и просто накуканивает тебя, это нормально для Dark Souls. Когда тут сложная акробатика... Это нормально для Dark Souls. Но когда творится пиздец просто потому, что тут все кривое через задницу сделано, это что вообще такое? Удар в падении, удар в маразме. О. Ты что ты будешь... Это что такое, ёб твою мать? Ну что это такое? Да... Ремастер, ёб... Ну, у меня просто слов нет, сука. Ну теперь понятно, откуда тут кровавое пятно. Ой, ёб твою мать. Да, о, смотри-ка, смотри. Блядь, ну правильно, я сейчас съеду, просто уж моделька кривая. Опа. Ить. Так. Изиндых. Иди сюда, жопа. Что, говна, сколько нервов я с вами измотал. Еее. Порой эти недоработки помогают игроку, например, в городе Нежить. Можно спрыгнуть с одного балкона на нижний уровень, даже не имея ключа к нему. Ребята, в смысле, помогают? А зачем это надо? Неужели вам приятно начать игру, да, условно говоря, в Храме Огня, и потом тут же на копчике там через баги пропрыгать и... так, чтобы потом это... Тут случайно не иллюзорная стенка? Нет. А жаль. И сразу же горнило перо пламени, убить глину и все, ты игру прошел. Оно вам надо? И что, вот для этого? Это повод гордиться? Серьезно? Ну, странно как-то, согласитесь. Она, шмотки, конечно, женские, но Dark Souls тем отличается, что какая разница, женские, мужские. Че дали, то и носи. Все галантерийные эти мастерские давно закрыты. Так, понятно, перегруз. Поэтому, че дают, то и жри, скотина. Так, тут у нас этот сервис.
лифт. Кстати, лифт за счет огненной собаки в колесе, которая наверняка имеет отношение к хаосу. Главное не просрать свою остановку. Остановку надо произносить четко и громко, чтобы водитель услышал. Вон, вон, видите, оттуда можно увидеть собаку, вон она ходит. Ах ты, говно с ушами, иди сюда. Началось. Мои любимые враги, блядь. Извините. Ну, я уже не тьфу ты, не надеюсь не ругаться в Dark Souls на игру. Да что это такое? К счастью, у меня эти... Жопу тебя, урод. Тупо... Ага, зашибись, они еще... По ним еще и так не попасть. Крыса туловая. Животное такое, сам придумал. Этих людоеда. Скотина, что же тут за епические коллизии, ребята? Да что за проклятый стрим? Ну тут я помню, тут всегда так было. Да прочее, и там всегда так было, ёп! Ах ты ж, сука ж ты, ядрить! Добро пожаловать в Dark Souls. Хуя себе. Если я хотел сказать вау, но почти одно и то же. Не бежать. Подождать, пока он будет пятиться. Так ты ж крыса, ты ёб твою мать, что за дебильный лог. Чё за ёбаный брейкданс? Почему сразу летит не туда, куда надо? Ладно. В конечном счете. Ой, блин! Господи, как же меня сейчас напугал этот пёс! Этот вот мистический. Иди нахер отсюда, урод! Ёкарный бабай. Я чуть стул не удобрил. Крыса. Блин. Ну ладно, он вообще ни при чем. Уж я просто нервный стал после всех этих... приключений, ядрить их налево. Черное око. Вот чувствую, мое черное око получит так хорошенько. Но... Ну все, мужик жалуется, что там этот зубами скрежещет, поэтому все. Пошел он нафиг. Костер погас, все вокруг уныло, прям... О! Здравствуйте. Извините, что я к вам лицом. Ах! Них. Да. Вот это я дал. Вот это я дал. Главное, значит, смотрите. Добежать. Что, сука, нетривиальная задача, даже если ты, блядь, мастер перекатов. Так. И тут где-то... Можно встать где-то вот... где блестяшка? Блестяшку не берите, пусть она для вас... Блять! Будет ориентиром. Ну как это вот работает? Вставай, кусок говна. Ничего ж не видно еще. Если приглядеться, то можно заметить зарю вот в том большом кристалле у него на спине. Собственно, так они их и транспортируют. Да, он любит прыгать. Очень любит прыгать, пидрило. Он может еще прыгать с подливы, как говорится, то есть кристаллы свои разбрызгивать. Бить его лучше чем-то большим тяжелым. Я их вообще из лука расстрелял. Ну да. То есть просто я постоянно встречаю... Ну как встречаю, это в принципе, как правило, одни и те же люди, которые пишут, что мол... А вот ты, как последний трус, там, как крыса, скеришься. Ты бежишь щитом вперед, вау. Прикиньте, на настоящих войнах... Да те же долбанные спартанцы в тех же фильмах шли щитами вперед. Вот это трусы, а вот ничего не понимают в настоящих мужских боях. Ну серьезно, ребят. Это, конечно же, не настоящая война, но так и чё? Это называется тактика, это называется выживание. Если ты можешь победить врага без особого вреда для себя, зачем выпендриваться? Только если действительно нужно перед кем-то выпендриться. Буквально вот кровь из носа вот необходимо. Там, не знаю, перед дамой сердца.
будучи каким-то там рыцарем, да? Или еще? Перед кем-нибудь, перед аудиторией, например. А мне все это не нравится. О! По кому-то проехались неплохо. Да, змеюка? Шо, больно тебе? Падла, гнида, тварь, мраз. Ау! Ядрить я мозг. А? А? И далее, да? Кто так еще может? Только я. Если вдруг кто не знает, так сказать, инструкция для новичков, забегайте и сразу, ничего не боясь, не останавливаясь, не здороваясь ни с кем, сразу бежите и аккуратненько. Ой, мужик, извини, я почти тебе на голову сел. Да, все, разжигаем костер. Разжигаем костер. Здесь выгодно будет возжечь одну человечность. Не обращая внимания, крепость Сенг строили на века, а не какие мы там таджики, а настоящие советские молдаване. Вот, поэтому ничего ей не сделается. Всего гиганта здесь три. Этот, тот и третий. Отлично сказал, да? А, короче, один кидает шары, катает, да? Нет. Этот шары кидает, тот шары катает, третий дергает за веревочку. У них самое настоящее разделение труда. Здесь существует отличная от нуля вероятность, что на голову спрыгнет демон этот. Не демон, вернее, а змея. Потому что они там над нами. Коса. Слушайте, а мне просто интересно, при чем тут коса? Если речь, судя по картинке, идет об алебарде. Просто вот уже интересно. Так, пламя, посох, коса. Ну какая это нахер коса? Это же глефа. Есть, все. Все большие стрелы истратил. Я потому маленькие носил. Опа, опа! Сразу, в смысле, Америка, Европа. Вы посмотрите, кто нас там ждет. Это же снова тот сраный кра... Так, кстати, у меня еще и титанит, это кончился, блин. Надеюсь, этот сраный крабик хотя бы дружеский. Ребят, второй раз за стрим. Очень редкое событие. Сраный крабик. Я просто не знаю, как его еще назвать. Так, этот, кажется, не колдующий. Ах ты, сука. Колдующий. Нет! Ой. Ладно. Это он так уклонился сейчас? Так, хорошо, он ваншотается. Надеюсь, он не взорвется при этом. Кажется, с него должна падать человечность. Так вот, ребят, давайте я пока постою рядом с ним. Да. Значит, уникальное явление можете рассмотреть поближе. Не то, что прям совсем уж уникальное, но редкое. Так вот, он похож на крабика, судя по конечностям. Но его тело это... Этакое разбитое яйцо, из которого проросли некие отростки светящиеся. То есть, если вы помните, Фелианора держала в руках яйцо. Или нечто очень похожее на яйцо. Вполне возможно, что это скорлупа одного из таких существ. Они... про них вообще ничего не известно. Но так как они появляются... благодаря каким-то манипуляциям с онлайном, то есть главное условие, чтобы там что-то в смежных мирах было, да, то получается, если так смотреть по лору, то эти существа это продукт манипуляции с пространством и временем, то бишь онлайн, да, это манипуляция с пространством и временем. То есть если продолжать мысль, если взять мое предположение за правду, то вполне возможно, что скорлупа, то бишь тело бесконечности этого существа, его, так сказать, ну будем проще говорить, его яйцо, да, оно способно удерживать внутри себя время как таковое, что в принципе Фелианора и сделала. Возможно, то самое яйцо было нечто... вроде вспомогательного артефакта для ее магии, который можно назвать иллюзией, но это будет не совсем так. Ее магия ушла далеко за пределы того, что может обычная иллюзия. Вот. Такая... Смирение, да. Такая вот, ребята, лор-минутка. Это все, разумеется, предположение. Но можете спросить у Миядзаки. Лично.
Он спрашивал у Я спрашивал у Миядзаки, он сказал идти спросить у Ивана. Да, да. Я ему запошлял, я ему сказал, что я все знаю, я весь твой лор прохавал, поэтому можешь смело ко мне отсылать. Вот он вас и отсылает. Так, я забыл сюда сходить. Приобщились к этой замечательной культуре, единственный верный, разумеется, да. Но по факту сейчас капитализм, да, и работодатель хочет, чтобы работник работал работу на работе, а не защищал там свои права, а не там боролся за что-то. Замечательно. Вот, и занимался прочей херней. Ты чё? Ухуел? Супчик такой. Не, тоже мне хер моржовый. Что ты мне принес? Метательный нож, спасибо. В каком-то месте только удержал. В этой робе карманов, блин, нет. Юху! Кстати, будьте аккуратны, потому что... Давай. Уи-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 
Ну, давай. Мужик. 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 Ты чё, тупой? Ну тогда понятно. Ты действительно тупой. Простите, что усомнился. Ребята, блин. Ой-ой-ой. Иногда ваше сообщение так забавно смотрится, когда друг за другом идут. Один одно, другой другое. Извините, вы тут встали, своей жопой все загородили, ащипе. Но броня у вас крутая. Не подскажете, сколько сейчас градусов ниже нуля? Че, не подскажете, да? А зря. Я, между прочим, по-человечески попросил. Мне раньше везло. Пошел. Пошел, пошел. Давай, делай уи. Уи! Правильно, так и надо. А что если мир Бладборна — это Карим в очень далеком будущем? Я тебе так скажу, в очень недалеком будущем Карима не существует, как бы. То есть вообще. Вот на момент действия этой игры, вот я сейчас играю, Карима уже не существует, он уже канул в лету. Асторы не существует уже. Катарины, Береника, Балдера, все в руинах. Кроме Лордрана не осталось ничего вообще. Да и Лордрана как такового не существует. Мы по руинам бегаем, пойми ты. Вот, смотрите, это Гвин в молодости. Шутка. А это вот Гвиневер в молодости. Тоже шутка. А это вообще, по-моему, какая-то Мона Лиза переделана, не знаю. Кто все эти люди на блюде? Ну, это мы знаем, кто. Это персонализированная буферизация. Так. Блин. Еще один, ребят, краб. Красный. Господи. Что-то я уже начинаю сомневаться в том, что они такие прям редкие. Оп, 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 оп. Какой я ловкий, как сука. Да что ж такая медленная эта стрела. Бесит. Ага, вот это была быстрая, но тоже бесит. Хорошо, ладно. Пока вроде все в порядке, да. Ах ты ж, ёб твою, ты... Ёп, перный балет. Сотрясение третьей степени, все, ребят. Уи! 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 Хер моржовый. Ничего, ничего, нормально, нормально. Наконец-то можно у него скупать все самое полезное. Самое полезное здесь что? Все. Все. Копье души. Да, обязательно. Сгустки. Обязательно. Еще большую стрелу я возьму. И вот это. И на этом мои полномочия все. Окончено. Вообще стражники тут, конечно, те еще остолопы. Но кем надо быть, чтобы вот так вот сторожить. Придурок. Но в целом, некая тенденция к усложнению такая действительно есть. Говорят, Bloodborne там вообще жопа. С другой стороны,
про Demon's Souls тоже говорят, что там жепа. Вот сейчас змеюка дернет за рычаг, и дудочка начнет играть. Это, знаете ли, старый такой граммофон. Поползли медузы. Судя по звуку, это, кажется, Николай Басков, да, играет? А вы куда, ребят? Я вам не мешаю, Мразь. А ты-то куда? Ты же должна стрелять этими говном всяким. Ладно, тебе же хуже. Даже ведь выманивать не пришлось. А гармошка у них вот эта вот сломалась, походу, и хер бы с ней. Когда я дошел до Вамоса, это было мое уже второе, как минимум, прохождение. А при первом я его просто не нашел. Ну вот, видите, я вот об этом и говорил. Притом вот я сейчас спустился. Да спуск... Каку? Ёп! Да... Пиздец. Вы видели, да? Почувствовали, блин, себя небитыми. Сейчас устрою. Так, это не то, извините. Извините. По вашу душу у меня особые стрелы. Так, больше мне, по-моему, скакать нигде уже не придется. Коллекция книг Донцовой. Это уже пол библиотеки. Шутка засчитана. Ага. Судя по современным тенденциям, вторая половина будет заставлена всякими 40 оттенков. Нет. 50 оттенков серого, прошу прощения. Да. Как я мог забыть этот бестселлер? И прочими попаданцами. Так. Ну что, наконец-то выходим из тюряги, так сказать, на свободу с чистой совестью. Ох ты ж, Извините. Товарищ начальник, меня же отпустили. Некультурные какие все. Так. А там ничего не лежит? Нет. Там стоит силуэт бабы и угорается с меня. Так, здесь, кажется, тоже двое, да? Не просто ж так он отходит. Не просто. Так. Зараза. Осадили, блин. Все маги пидорасы. Ну, кроме меня, конечно. Я богоподобен. Вы ж не будете с этим спорить, надеюсь? Ты куда? Ты куда, дорогой? Иди сюда, жопа с ушами, иди сюда. Мысли. Какие же вы тупые, а? Ну какие вы тупые? Ну и ладно. Да стреляй ты уже, говна кусок. Понятно. Видите, ребят, как все весело на самом-то деле. А вы говорите Dark Souls. Атас просто какой-то. Видите, раз на раз не приходится. А вы еще что-то там про боссов. Сложные, легкие. Все разные, ребят. Кому-то двух мобов вот убить, это уже целая трагедия. Как вот мне сейчас. Как ваш папа Сит и завещал, педик. Так. Где там рычаг? Либрариум, точка, хотелось бы выразить тебе благодарность за все то, что ты делаешь, точка, на современном ютубе мало кто может сравниться с тобой по качеству видеороликов, точка, желаю удачи во всех твоих начинаниях. Ну, в этом я сильно сомневаюсь, точка, но спасибо, точка. У тебя стрела в спине, ну, тоже у меня проблем, блин. У некоторых она в колене, ничего, живут как-то. Стражниками он работает. На полную ставку, между прочим. Ах ты, сука. Ах ты ж, ёб твою. Один пидор в текстурку провалился, другой пидор со спины атакует. Где ж меня всех хранить-то буду, а? Блядь. Ну вот, ребят, началось. Полоса невезений. Помер и все, почувствовал вкус крови, да? Ёб твою мать! Вот это сейчас, вот это я понимаю, ребят, коллизия с большой буквы КАЛ.
Знаете что, ребят? Сами разбирайтесь. О, кажется, кто-то упал. О, оба упали. Это вам моя месть, изощренные петушки. Сейчас вот еще вот этой суке буду мстить. 30 косых. Надеюсь, с нее столько же упадет, минимум. Да? Да. Ё-моё, какой он жирный. Давайте-ка мы его сманим. Давай, пошел. Нет? Давай. Уи! Приятного полета, педик. Завалялась? Завалялась. То есть, ну, как-то нет, знаете. А, нет, нет, не вздумай! Кусок говна! А, физические. Физические, ладно. Ребят, это уже четвертый сраный краб. Что за напасть? Чем я им так приглянулся? Пошел нахер! Вот так вот. Но, кстати, он обозначил мне путь. Если бы я его еще запомнил, был бы вообще замечательно. Да, дела, ребят. Только не вздумай сейчас упасть. Ах, какое же тут все кривое. Да, блин. Человечность. И ради этого я корячился, что ли? Тоже мне. Так. Сколько тут не ходил, крабов не помню. Потому что, ребят, крабы — это уникальное явление. Вот те, кто смотрит мои стримы, те как раз-таки постоянно сталкиваются с уникальностями. У меня уже 4 краба за стрим, ребят. Я столько за все прохождения не видел никогда. А вы вот как удачно зашли. Поэтому всем сыру за мой счет. Блять, да чтоб тебя! Кусок говна. Слушайте, ребят, в жопу этого голема. Я с ним сражаться буду дольше, чем, блин, с ситом. Серьезно, просто пробегу его. В смысле не прыгай? Там наверняка кусок чего-нибудь важного лежит. Вообще, по идее, после приземления такой махины... Грот должен был, если уж не обрушиться, то как минимум... То как минимум сильно так покачнуться и... Ах ты ж, етить твою налево, ребят! Что творится, моя мать? Творится. Откуда это говно? Блять, вы только подумайте, а? Вы только подумайте, ёбаная ракушка пробралась. Помните ту шутку про три ракушки из этого, из Demolition Man? Мне и одной хватило. Кстати, вы не знаете, как пользоваться тремя ракушками, нет? Извини, мужик. Я понимаю, что ты... породил то, чем я пользуюсь, но... Хоть мне скоро блеванул уже. Что ты крутишься, как сучка? Что, колдовство против колдуна плохо идет, да? Особенно если этот колдун хитрая крыса, она вроде меня. Ага. Ага. Ой, ой, ой. Чуть еще дополнительные 10 дырок в жопе сейчас не заработал. Да сколько ж можно его рубить-то? Я знаю, у него магическая защита замечательная, но... Но, блин, пролетарий требует хвоста. Да сколько уж можно, я уж он половину снял. Не тот хвост? Ох, твою мать. Задний. Чё, чё, передний, что ли, есть? Сука. Ребят, и чё мне с ним делать? Блядь. Обидно. С другой стороны, затем хвостом хотя бы бегать легко, а... Ёб твою мать! Заебись, за хвостом сбегал. Это знаете, когда один раз проигрываешь, начинается череда неудач. Какая-то такая психологическая ловушка, на самом деле. Вот и он. Задний хвост, передний хвост. Понаприклеивал тут себе хвостов. Тоже мне. Дракон.
Слепой, тупой, глухой. Слепо, глухо, тупой. Давайте-ка я, пока он там бесится, попробую радикальный метод. Жопа кристаллическая. И музыка, кстати, идиотская. Что это такое? Кто там выл в микрофон? Серьезно. Ебать. Ребят, да ну нахер мне этот хвост. Ну просто уже бесит. Так, стоп, а я еще и человечность не могу восстановить, что ли? Ну ни хрена ж себе. Сходил за хлебушком. И ни одного камня, что ли, нету? Вот параша, зато куча говна всякого непонятного. Потому что меня это уже бесит. Убить Сита вообще не проблема. Отрубить хвост Ситу, вот блин. Лучше бы я три раза убил Сита. Лучше бы я убил трех Ситов одновременно. Ну, нам уже как-то поздновато. Мы 30 часов только в прологе. То есть вот, до корабля вот дошли и наиграли 38 часов. У нас чуть жопа не треснула. Такие пироги. Что, Миодраги убьем, да? Вот жопа отвалилась. А, крыло отвалилось. Вот что значит, ребят, питаться бургерами и бигмаками. Надо за желудком следить. Тогда части тела отваливаться не будут. Поэтому не берите пример с дракона, берите пример с меня. Я питаюсь гречкой. Да, бигмаки заканчиваются, конечно. Прячемся обязательно за колоннами. Не обращая внимания на дебильный рэгдолл, когда уже мертвые колеса подпрыгивают, делая вид, что они живые. Скотина неграмотная. Блять! Ну ты пиздец какой-то! Вот лок! Ох, какой тут заебатый лок, блять! Нихуя вообще ничего взять не может этот самый лок. Да, ну, честно говоря, он и в последующих частях сильно лучше не стал. Но... стал, но не сильно лучше. Гидру я уже мочил. Да, по поводу сна. Короче, ну, сами знаете, насчет снов их до конца пересказать полностью довольно-таки проблематично. Поэтому расскажу, что помню. Так вот. Ты... дальше ли ты? Значит, я джедай. Я и некоторые мои знакомые из той группы, которой мы занимались реставрацией спортклуба, да? Вот. Мы проходим испытания джедаев, учимся, тренируемся. Ну и, как вы знаете, финальное испытание для джедаев — это собрать собственный меч. А кристаллы, как вы сами знаете, да, их надо самому найти. Они растут там где-то, да? Вот. И, значит, мы все разбрелись, ищем кристаллы, как и положено. И, короче, мы ищем кристаллы, все их находят. И вот я нашел все кристаллы всех цветов. Там синий, зеленый, пурпурный и куча всего прочего. Вот. Возвращаясь к наставнику, а он говорит: так, Иван, слушай, ну ты ведь знаешь же, что кристаллы, они вот как бы сами выбирают тебя, то есть как палочка выбирает волшебника, да? Они как бы к тебе тянутся. Ну вот. И, значит, мне говорят: слушай, ну тебя же ведь... То... Блин, кто-то мне смс-то шлет. Сейчас поставлено, беззвучка. Вы мне дадите рассказать уже или нет? Ну вот, мне говорят: слушай, ну у тебя же в наборе желтого кристалла нет. Как же ты без желтого? Желтый — это же ведь тот, который тебя выбрал, он к тебе тянется, так что испытание ты не сдал, иди ищи желтый. Я, короче, такой думаю: да вы там охренели, что совсем, ну как желтый, я ж не люблю. Иди ищи желтый, я думаю, ну ёп, пошел искать желтый, искал везде, зашел в какой-то ссаный, вонючий подъезд, какой-то глухой, темный, обычный такой, знаете, вот, который вот в России-то стандартная наша. Там искал желтый кристалл. Зачем его там искал, не представляю. Но там его тоже не было. В итоге я вернулся, начал там с ребятами из команды ругаться. Мол, да блин, ну какого хера, да пошли все в жопу. Да нет у меня этого желтого кристалла, да идите его в сраку, в таком стиле. И в итоге я вижу там, откуда-то что-то там, то ли между книжек, то ли там из какой-то авоськи торчит желтый кристалл. И тут я, короче, умом понимаю, что это кто-то из ребят специально его сунул туда, чтобы я его увидел. То есть я понимаю, что это не я его нашел, это просто мне так пытается помочь, чтобы я тут не орал. И я понимаю, да ну нахер, я сделаю вид, что я его не видел. Вот.
И потом, короче, я куда-то ушел, но мне там в итоге то ли позвали назад, то ли я сам пришел, там какая-то была битва стенка на стенку, и вот идет подготовка, и мне дают меч синего цвета, но он, знаете, как... в нем клинок, он внутри, а снаружи такая вот железная хрень. То есть, фактически, мне дали световую дубину. Ну, то есть, просто вот обычную железную дубину, внутри которой световой меч. Я такой беру ее. Клинок, кстати, синего цвета, такой думаю, нормально. Это все, что я помню из этой части сна. Вот такой вот маразм порой снится. Спасибо. О, лекарство от яиц. А я не знал, что яйца — это болезнь. Извините, конечно, меня, но... Ну, ладно, бог с ним. Хорошо, если... А, хотя, что, в принципе, я такое говорю? Фу, какой я неправильный. В современном мире пора бы уже понимать, что гендер не два, а сколько там, 52 напридумывали эти придурки совсем. Чеканутые, блин, это насколько же надо в маразм впасть, серьезно. Вау, вот это я понимаю, вот это я понимаю проработку. Ты сучка. Ладно. Ладно. Я переживу это как-нибудь так. Ай, ты ж... Нихера себе. Вы видали, а? Вот вам, блин, ремастер, ребят. Да в жопу такой ремастер, честное слово. Аж ты сука такая. Да какого ж черта ты, ёб... Садовник хренов. О, наконец-то. Ополовинили, смотрите, что творится. Поздновато я, конечно, опомнился, ну ладно. Ребят, смотрите туда, это опять же крабик красный. Это реально краб. Пятый краб за игру. Ничего себе. Нет, ну то есть, без шуток. Так, где там эта шняга? Я бинокль-то убрал, по-моему. А, нет, вот. Сейчас проведем исследование. Ребята... Уникальные уникальности на каждом шагу у нас поджидают, а? Да. Хм. Прям вот чуть-чуть же не хватает. Кстати, возможно, этот... Блин, вот сейчас бы, кстати, эти наводящиеся кристаллы бы прям спас отца русской демократии, да, ребят? Да пошел ты. Юппи! Уи! Краб! Ты шо? Охренел! Ребята, сегодня еще один уникальный стрим. Опачки, а вот то, что я искал. Двойная мать твою человечность. Правда, потратил 2 капья на этих придурков. Ну ладно. Ладно, оно того стоило. Ой! Ну у тебя и рожа. Так долго за компом будет сидеть, вот как я. Вот у вас также глаза будут светиться в темноте. О, блин, я помню эту местность. Это я удачно сюда, с фонариком. Привет, мужики. Обзор 9-го эпизода по слитому сценарию. Хочешь? Нет, не хочу. Мне плевать на слитый сценарий, я уже сказал. Я все... Тайная тропа? Не помню тут никакой тайной тропы. Ребята, тут есть тайная тропа? Подскажите, пожалуйста. Ой. А вот уже, собственно говоря, и не надо ничего подсказывать. Тут у нас, помимо тайной тропы, замечательные коллизии. Сам поскользнулся на бездне, вот на этой вот разлитой. Ага. Ой, я даже куда-то вторгся. И теперь я дух мщения, и сейчас меня вот прям сходу напуканит. Замечательно. Потрясающе. А как это он ушел? А что это вообще было, ребят? Слушайте, я, конечно, не специалист, но... Ребята, разве он не должен? А, читак.
Ну, потрясающе, чё. Ну вот и, собственно, ППОПшились, ребят. Вот ответ на ваши вопросы. Погнали отсюда, пока не забанили. Серьезно, ну это уже бред какой-то. Я понимаю, когда Dark Souls Prepare Yuanus туда Edition никак не контролировался в плане читеров, да, потому что все уже давно на него забили, и в Steam его ввели, а что толку, сетевая игра не работала ни хрена. Поэтому там все держалось лишь на честном слове. Ну вот нормально, все. Главное, ребят, сейчас звук уляжется, спасибо тебе большое, добрый человек. Ой, я, кажется, на кому-то на ухо наступил. Ага, принцесса Заря. От ней хер валяться, где попало. Так вот, ребят, самое главное в Dark Souls, в Bloodborne, в Demon's Souls, в любой игре, это получать удовольствие. Если ваша игра доходит до зубного скрежета, и вам уже просто принципиально надо убить лично босса, не вызывая фантомов, не знаю, не пользуясь щитом, бегая голым там, не знаю, на барабанах вместо джойстика там, да? Или там на электрогитаре. Просто чтобы перед кем-то потом выпендриться, типа я смог. Тогда лучше не надо. Не тратить себе нервы. Потом в будущем аукнется. С лука вон аж пыль слетела. Это ж как надо натянуть-то? Апью! Вот так вот, долетался. Ну, справедливости ради надо сказать, что Каламит, он хоть и могущественный, и спасу нет, но все-таки он немножечко уже был раненый. Так как он поражен тьмой, и если присмотреться к тому, как он летит, можно увидеть, что не очень-то ровно. Не знаю, может, он просто, в принципе, такой сам по себе. Может, у него геморрой там условно какой-нибудь. Ой, ой! Я думал, тут лестница. Ай, ладно, насрать вообще. А, отлично, я всегда с собой беру собаку. Не в рифму, но очень похоже на происходящее. Ну, что это такое? Ну, ё-моё. Коллизию мне в рот. Все, нормально. Так, и где знай? Ага, во. Заебомба. Мегафаги... Слушай, а это не тот же самый, нет? О, это ж... Это ж с двача, мужик. Все, ясно. Как этот? Анонимус. Ну ладно, тогда, значит, копья душ. Ему в задницу. Ой-о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 й. Это ж его долбанный телекинез, от которого вот так в ушах звенит. Ядрён батон. Ядрён дракон. Ах ты ж курва. Нихи. Анонимус не помог. Знаете что? Давайте я возьму железный елдос этого мужика. Этого Логана. Логана большой, большая шляпа. А вот и Солеро скучает. Почему жизнь говно? Все так плохо. Не ссы. Я тебя, между прочим, спас, а ты даже не догадываешься. А ты даже не знаешь наших имен. Потому что мы не снимались форсажи. Форсажи. Я бы удивился, если бы они не делали фильм про Звездные войны. Не в смысле сказали, что не будут делать, а именно бы вот не делали. То есть, вот, вот просто вот, как бы это странно не звучало, но взяли и прекратили. И вообще сказали, а пошло в жопу эта самая сага. Вот. Мы, короче, сейчас ее продадим. Кому? Обратно Джорджу Лукасу. На тебе еще 4 миллиарда. Лишь бы только забери назад, ты сними что-нибудь нормальное. А Лукас такой скажет, ребят, вы как это... Познаваться похватились, я уже старый, я уже ничего не умею. Я нормально уже тоже снимать не могу. Давайте продадим ее, например, Netflix. Вот. И, короче, Netflix сделает... замечательный 10-й эпизод, где все будут черными, геями и лесбиянками одновременно, не знаю. В общем, максимально толерантный фильм. А еще лучше пусть продадут права Михалкову, да. И тогда, короче, выяснится, что, собственно говоря, этот Дарта Сидиуса заборол не Люк и даже не Вейдер, а, видите, просто паучок. Паучок, он, короче, спускался по паутинке, а потом
очки там, ну вы помните, да. Тряпки, все загорелось, все взрывается. Короче, оно как-то там само и вопреки. А потом пришел, короче, комендант и всех расстрелял. Понимаете? Есть такой момент. Забороть первый корешок можно... Первого жучка можно... 100 тысяч. Не слишком ли много? Что-то мне подсказывает, что ты либо обманываешь нас, либо ты дебил. И ты... Занес мне денег, чтобы сказать мне, что я вас обманываю и я дебил? И кто из нас после этого дебил? Серьезно. Надеюсь, ты там хотя бы какую-нибудь 3 копейки занес. Или там 50 рублей, не знаю. Вот. Мне достаточно. Я, конечно, думал поставить 300, но подумал, что нормально, хватит мне и 100. Тебе, как обычно, я в карман не лезу. А в чем я вас обманываю, мне вот интересно. То есть, в принципе, даже если, допустим, я куплю компьютер за 5 рублей, а остальные там 99 тысяч, там сколько, 995 рублей потрачу на шлюх, наркоту и бухло, вам какая, в принципе, разница? Ну, серьезно, я не помню, чтобы, кроме каких-то благотворительных моментов, блогеры отчитывались за свои донаты. Это как-то странно, согласись. Ну, блин, с кем я разговариваю, если ты такими вещами занимаешься? Короче, возвращаясь к боссу. Короче, проблема сейчас в том, что пол начнет рушиться. Да, можно пытаться где-то укрыться. Слишком далеко ложа не достает. Называть колыбелью как-то язык не поворачивается. Давайте, на всякий случай, еще один Эстус наверну. За здоровье Собянина, как говорится. Вот. И с разбегу. Ю-ху! Смотри. Ах ты ж! Так жители строили вот наверняка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ж помню, как вот все. Ах ты ж! Мать моя черешня. Тихо-тихо-тихо-тихо! Только не... Нет, пожалуйста. О, спасибо. Спасибо тебе. Призраки, кстати, сносят очень так неплохо здоровье. Бьют мощно. Помогает физическая броня. Ну, так как я маг. Стихии говна. Ко мне это не относится. Поэтому, как последние сучки, бежим щитом вперед и не упендриваемся. Треснувшее красное око с чьей-то жопы подобрали. Замечательно. Символичнее некуда. Мне когда закончил с перекрестком, я как будто вот освободился от всего этого. У меня многое из головы, в принципе, уже вылетело. В смысле? Уи! Дуралей. Оу, оу-оу-оу, кто еще тут скажет дуралей? А, понятно, он. Веселые ребята. Все-таки я лучше сбегаю назад, поэтому пусть он меня в эту яму спнет. Активируем скрипт. Опа, опачки. Да сколько что-то этих крабов-то. Это уже какой? 7-й? А я ведь считал, что они редкие. Что ж, ребят, спасибо, что были со мной этот непростой местами путь. Спасибо, что поддержали меня, в том числе и финансово. Закончил я проходить первую часть Dark Souls. Надеюсь, мне удалось вам показать, что игра вполне себе хорошая и достойная, несмотря на то, что в ретроспективе смотрится уже совсем не так хорошо на фоне своих более старших сестер, скажем так. Однако, играть в нее или не играть, решать вам. Вот. Тоже касается, в принципе, и версии игры. То есть, можете играть Prepare to Die Edition, но если у вас каким-то боком уже есть ремастер, лучше, конечно, в ремастер, просто потому, что он банально чуть постабильнее.
Но, как вы, наверное, уже заметили, по крайней мере, некоторые из вас, глюки все те же, ошибки все те же, баги все те же, маты все те же, поэтому слишком многого от ремастера все-таки не ждите. А на этом я, наверное, с вами прощаюсь.